Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Максимадзе. И сегодня мы продолжаем, а может быть даже завершаем проходить игру Шурек 2. Погнали. Что у нас там есть еще? Короче, это типа Шрека, это осел, я так понял? Или как? Я пока что-то не понял. Ой, я опять забыл, как прыгать. Так, туда мы не выпрыгнем. Где тут проход? Вот это, да? А, тут нет ничего. Так, я так понимаю, надо карабкаться тут? Или как? Тут же надо карабкаться или нет? Точно надо. Так, здесь у нас что, это не ломается? Там монетки, давайте их соберем. Это кнопка или что это? Как ее включить? Непонятно, ну и пофигу пока. Там подкова нарисована, может быть, это что-то другое. Больше я за решеткой ни секунды не продержался бы. Я их задержу. Вы двое, прочь! Кот в сапогах не бежит от драки. Точно, это Шрек. Справишься? Нет. Человеком стал. Что ж, пришло время расстаться. Пойдем другим путем. Точно, попробуй. Обалдеть. И куда нам? Туда или нет? Посмотрим. Так, я пока не совсем понял, просто на куда нам надо. Это? Точно, это осел мог сделать. Молодец. Еще какой, блин. Ну что, они не ломаются-то? О. Да блин, опять не на ту кнопку жму. Ну тут нет ничего, да? Так и... А. Так, это бомба, ее трогать не надо. Я это заслужил. Меня взяли за браконьерство. А это ведь было просто яйцо. Я же не виноват, говорю. Нам на клетку надо, что ли, прыгнуть? А, это же паркур, блин. Понятно. Все дело в том, чтобы правильно рассчитать время. Рассчитаем, перебьемся. А, блин. Не, ладно, не очень получилось. Мы еще и сдохли. Не допрыгнули. Ну и ладно. Да ломайся ты. Ха-ха!
Давай, давай, давай. Что ты делаешь? На кнопку нажимай давай. В смысле, нам назад надо, что ли? А, или это друг, или это другие платформы открылись. Да блин, я не допрыгиваю до туда. Или надо не отсюда было прыгать. Все дело в том, чтобы... Чё, с самого начала? Серьезно? Блин. Короче, я больше часа не мог понять, что надо делать. Оказывается, обязательно надо туда запрыгнуть, и у меня это не получилось. На ту паутину надо запрыгнуть. Но туда сложно довольно-таки запрыгнуть. Но надо постараться. И если мы это не сделаем, не пройдем это место. О, хорош, получилось. Вот сюда нам надо было. Сохранение. Вот эти рыцари убиваются-то долго. Не с первого раза. А фиг знает с какого. А я думаю, куда надо, блин, идти? Я думал, это просто на бон за монетками чисто идет. А, оказывается, это... А, стоп, мы отсюда пришли. А, вот куда нам надо было. Меня взяли за браконьерство. А это ведь было просто яйцо. А, блин, я мимо клетки попал. Ну хорошо, что там фея сейчас была только что. Нельзя, чтобы мне подкатывали. Больше не надо начинать с самого начала. Нажимай на кнопку, чё ты прыгаешь, блин. А, проход открывается, вот в чём дело. Я чё-то сразу не понял. Будь добр, скажи моему адвокату, что он уволен. Он вон там, в соседней камере. Так, я надеюсь, если я отсюда спрыгну, я не разобьюсь? Нет. О, да! Хорошо, Вильмишевец. Я в порядке, Эксел. Мне нужно еще кое-что сделать. Я тебя на выходе нагоню. Так, а я допрыгну до туда? Блин, одни и те же фразы повторяет постоянно, уже заколебало это. Давай, 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 сдохни, 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 только побыстрее, пожалуйста. А это что такое? Так, это, видимо, здоровье вредит. Так, ну раз фея там, значит нам надо туда. Пошли, бабу! Вы все, блин. О, блин! Блин, а я застрял, кажется. Ой,
Красивый, просто жуть. Ух ты ж, блин. Прах превращают эти штуки. Так, вот как бы туда протиснуться? А, в смысле, как она меня задела-то? Как такое возможно-то, бля? Вот это вот место сложное. Ой, я уж думал, упаду сейчас в эту жижу зеленую. Да, да блин, да как она меня задевает-то? Не видно еще, где она находится. Не видно, вот где надо встать, чтобы она не задела. Да ё-моё, ей тут застрять можно. Тут вот тут нифига не видно. Герой, да никто не видел. Чего? Я не понимаю, как надо встать, чтобы она не задела меня. Ну вот самое время сейчас застревать. Блин. Блин, я не понимаю, как встать, чтобы меня не задела эта штука. Да блин, ну... Сложное место вообще. Я не понимаю, что тут надо делать. Как это проходить? Но надо, мы должны это сделать. Должны. Просто должны. Да твою... Это надо пробежать как-то или что, я не понимаю. Просто задевает, где бы я ни стоял. Где бы я ни стоял, везде задевает. Да. А вот здесь сострять очень легко. Да. Она даже не задела. Я не понимаю вообще, как это проходить. Я, кажется, встал там, где надо. Только вот все равно не видно, где надо встать в следующий раз. Давай, только не задень, пожалуйста, меня. Ей, я прошел это дерьмо. Сохраняйте. Фу, блин. Извините, мистер Смешные Санишки, не выйдет. Мне надо быть в другом месте. Босс. Видел! Он даже не успевает ударить по меня. Ты попал. И бумс. Ну хорошо, что я умею, так это драться. Если хорошо выглядеть это преступление, можете меня арестовать. Больше я за решеткой ни секунды не продержался бы. Я их задержу. Что ж, пришло время расстаться. Пойдем другим путем. Точно, попробуй. Жаль, что вы не мышь, с мышами бы отпугались. Что-то они такое чувство издают, такие же звуки, как и эти атомные жердяи. Ну или как их можно называть, я не знаю. Охренеть, как мы сдохли. Да твою ж налево, а!
Чувствую за ногой. Это смешно уже вообще, реально. Они прыгают за мной, блин. Так, куда нам надо? Нам карабкаться же надо. И в какую нам надо сторону? Непонятно мне что-то. В зеленую давайте попробуем. О, листок. Ну и ничего, ничего больше нет. В красном ничего нет. Остается синий. А вот тут, видимо, нам... А вот сюда нам, видимо, надо. Игра сохранена. Если испачкаюсь, умру от стыда. Еще как. А, блин. Кажется, я задел эту хрень, только с меня здоровья не сняли. Так, и куда? Сюда? Ну, конечно. Конфета не нужна нам. Ну, и куда? В ту дырку? Вентиляцию? Молодец. Блин. Кислота это проход в бездну, блин. Так, мне надо на эту лодочку, да? Так называемую. Шрек! Вот это ты! Обычно это мне вонять положено. Мне очень стыдно. Веселей, почти вылез. Если я упаду в эти помои, моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. Да, я в курсе уже, блин. Умру от стыда. А, теперь назад, что ли? Или нет? Мы спускаемся на обратно. Тихо вы, блин. А, блин. Чё, опять сюда же, что ли? Шрек.
Так, вот сейчас опять в жижу бы не упасть. Так, вот тут не промахнуться бы. Что он уволен? Он вон там, в соседней камере. Так, в какую лучше сторону прыгать? Туда? Блин! Кто знал, что она опустится? О, повезло как-то жестко. Собирать монеты совсем не сложно. Угу, да. Проходить только вот это все сложно. А, погодите, я что, обратно что-то пишу? Как это? Я что-то не понял. Нам куда надо-то? Туда? Мы, по-моему, здесь были уже. Разве нет? Хотя нет, нет, по-моему, мы тут не были. Нет, не-не-не, мы тут не были. От стыда. Ух, какие лабиринты ужасные тут, а. Опять этот шертрец. Кто-то вроде тебя. Встреча с создателем. Скажешь, жизнь просто идеальна. Я не маленький котенок. Ну и дальше. Что там будет? Я их содержу. Вы двое, прочь! А, я понял, в чем прикол. Пока мы играли за кота только что, Шрек делал вот это. Ты меня красавчиком назовешь? Кажется, я догоню. Так, нам в воду прыгать надо или как? Ну давайте в воду попробуем прыгнуть. Или нам надо. Или нам туда надо, нам. Нет, нам не в воду надо, а куда нам надо тогда, я что-то не понимаю. Пошли в жопу. Где тут может где-то. А, понятно. Нам надо сюда залезть. А может и нет. Там рычаг. Ну вот как клетку-то открыть? Я же не куплю. Здесь рычаг, по идее, должен быть, но я его не вижу. Один готов. И тебе доброго дня. А, надо их перебить всех. Вот в чем дело. Погодите, тут же рычага нет. И как быть нам? Я что-то не допонимаю. Рычаг-то сломался, их нету его. Надо. Вот так надо было сделать, оказывается. А чё же не срабатывало раньше-то, я что-то не. Ой, господи, почему такие сложности появляются иногда? До которых не додумаешься так просто, как надо. Так, ну там рычаг, так что видим нам туда. Где двойной прыжок, кстати, я что-то недопонимаю.
паркур активируем, блин. Если кто меня красавчиком назовет. На, теперь нам туда. Молодец. Мне нравится. Он хорошо. Я что-то не понял, что это открыло, блин. Так, тут где-то рычаг, я так понимаю, вот этот, вот что он открывает. И сюда. Опять надо, наверное, перебить их всех, чтобы открылась клетка с рычагом. Извини. Не извиняйся перед ними. Зачем? О, а тут рычаг исправлен. И как его открыть? Шрек, вот это ты! Да, точно. Тут пересекаются эти. Точно, ты это говорил. Тут пересечение идет. Опа! Между персонажами. Так, нам, видимо, не надо под эти лучи попадать. Игра сохранена. Открывай, открывай, я тебе говорю. А, опять это место, где можно застрять. Да вы что, угораете, что ли, надо мной? Давай, 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 давай. Ё-моё, ну вот как это можно было? Как так можно было? Ну так нельзя, в конце концов, ну серьезно, но... Так, а что вот будет, если под эти лучи попасться? Я не думаю ничего хорошего, потому что мы это делать не будем. Молодец. Угу. Опа! Блин, что это за замок такой? Столько лабиринтов, проходов, блин. Решетка закрытая. Нелогично как-то. Почему мы не можем туда протиснуться через вот эту огромную решетку? Рост позволяет. Размер наш позволяет же. Богатство какое здесь. Это сокровищница, наверное. Умизматика это называется. Ну и богатство. Если кто меня красавчиком назовет, убью. Летучие мыши. Отстаньте от меня, отстаньте, пожалуйста. А, стоп, мы здесь уже были.
за осла. И это значит, что мне опять придется через вот эти хрени проходить. Ну твою ж налево, а ну за что мне это, а? Ненавижу это испытание, ненавижу! Ну хотя, сейчас с первого раза может пройдет. Хотя сейчас с первого раза прошли. Или сейчас опять будет битва с жердяем? Вообще очень быстро. Отлично вообще. По телеку показывают, что любовь — это так просто. Привет, десерт. Вау, вау. Это не десерт, осел, это наше тайное оружие. Тайное оружие? Его для нас испек сдобный булочник. Помочь нам штурмовать замок. Штурмовать мог? Он из пряничного теста. С ванильной глазурью и с конфетными пуговками. Что ж его бояться-то будет? А, точно, гигантский. Понял. Круто! Ну круто же! Я уж думал, это босс. Сейчас будет. Здравствуйте, так ровный злобный пряник. Это будто на стену внесем молочные заряды. Пойду, братья, враг силен. Какие будут указания? Я возьму за дело. Какие приказы, Шрек? Давай мы за мои ворота заберем зону, а постоянно попробуем. А, мы за него играем. Против имперского пряника у них нет ни единого шанса. Йо-хо, гляди, как побежал. Глядись. На, зараза. Мешок сахарный сироп не тянет страха. А ты достаточно силен для нас. Да идите вы нафиг все. Нафиг. Нафиг. Нафиг все идите. Эй, гляди, ты трамвай подними, сможешь им воздух. Вперед! Сегодня твой день! Идите в жопу отсюда, я вам говорю. Гигантский пряник пожирает наших детей! Дамы и господа, просим вас оставаться на местах. И куда его? Или до удара стену запустить. Спасибо. Что за... Стену проломи, нам надо в замок пробиться. Ой, вот тебе подсказка. Да, давай, да, от молота подальше держи. Я крошусь. Диагноз – непереносимость молока. Я не переношу молоко. Помогите! Милый! Чудовище! Ой. Чудовище? Дышит скорее. Как? Зверь пришел нас съесть. Так, понятно. Деревья выдирай, ты шмыряй. А, деревья выдирать? Йо-хо, гляди, как побежал. Остановить. Ворота разбей, откуда рыцари бегут. Ворота разбей. Слушай, давай зададим им жару. Вперед, сегодня твой день. Я не переношу. Ты что, они не, это не ломаются-то? Диагноз. Непереносимость молока. Против имбирного пряника у них нет единого шанса. Обнушку сердце, там тут... Да, может, надо закинуть. Я ничего, что-то непонятно не могу, если честно. Понятно, 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 понятно. Пожалуйста, прижмите в спинке кресла. Давай сюда трамвай и прижмите. Достаточно силен для нас. Ножки! Ой, нет, я таю. Может, там еще деревьев туда надо закинуть? В чьих жилах течет сахарный сироп? Не ведаешь. Да, деревья, точно, точно, точно. Я не сразу понял, как этим надо было. Ты меня не испытаешь? Да, блин, рыцарь, идите нафиг. Они бьют по нам. Кто-нибудь за помощь? Говорю.
больше половины хп уже нету. Я крошусь. Только вот они не умирают, они просто отлетают куда-то. Да сколько можно уже, а? Умереть от печенья. Да бросай быстрее уже, сколько можно мост этот ждать? Смерть от печенья, как это ужасно! И мой герой! Молочные боты! Так, и что нам с ними делать? Это просто ужас. Уворачиваться от них? Ужас! Внимание! Противник использует корову! Чего? Господи, какие смешные... А, больно! Ай, блин, да... Так, нам надо сломать их, да? Так, одну сломали. Помогите! Ну, вторую сломать надо тоже. Чё она не ломается? Вот, вторую сломали. Да блин, они попадают прям с легкостью вообще. Умереть от печенья. О нет, я таю. Я крошусь. Давай. О, здоровье. Корова, иди его нафиг. Смерть тебе, гигантское чудо. Убивай его. А нам с коровами-то ничего не надо делать? Или надо? Пушки из молока их больше нет. Молочные машины! Они решили играть по-серьезному! А это не ломается. Ужас! Вообще. Ужас! Да нету молочных машин уже, ёп! Корова Буккана! Вот бочки просто в воздухе находятся. Почему? Разбегайтесь прочь, не поймать его вам, он гигантский... Может, нам бочки тоже надо доломать? Стереть ворота замка! Милый! Помогите! А, ворота сломать надо. Господи, как это трудно, а? Сложно догадаться до некоторых вещей. Хватит тебя мутить! Вперед, на штурм! Остановить! Молочные машины! Они решили играть по-серьезному! А! Господи ты боже мой! Надо было этих сначала сломать. Теперь надо найти, где тут бальный зал, и спасти Фиону. Итак, бальный зал. Сдается мне, в таких местах обычно устраивают свадебные балы. Там будут подружки-невесты. За дело надо браться мне. Ждите здесь, прикройте тыл, а я пойду дорогу расчищу. Ух, долго мне монтировать это придется. Молодец. Столько всего повырезать нужно будет. Ничего себе богатство, как сколько. Это что? Не открывается? Стоп, рычаг. Второй рычаг должен быть вот тут, я понимаю. Отсюда выходят враги. Быстро в ту дверь. Почему вас так много? Не прикасайся ко мне. Шрек! Ты! Упс, приглашение я забыл. Давай к фее потанцуем. Чувствуешь себя счастливой?
отбивая ее магический удар, щелкая левой кнопкой мыши. Да, еще. Далеко спешил. И ты был прав. Приехать сюда было плохой идеей. Она не бьется. Точнее, и... Как с ней бороться надо? Да хватай ты фрукт, чего ты стоишь-то? Неужели мне не с кем драться, кроме тебя? Я могу кинуть в нее едой с этого стола. А как взять эту еду? Магические удары мечом, щелкая левой кнопкой мыши. Да, еще. Да, твою же налево. Ехать сюда было плохой идеей. Как взять эту еду? Я не понимаю вообще. На какую кнопку? Никто не объясняет. А, вот, на Г. На R, точнее. На R. Только вот урона какой-то снесло. Я лучше сдохну, знаете, потому что... Зря тратишь мое время. Вот тебе. Убиваю магический удар мечом. Я подсмотрел сценарий. Выше головы не прыгни. Голова. Короче, я более 2 часов уже записываю этот выпуск, потому что не понимаю, как надо это делать. Оказывается, надо вот так делать и на R почему-то брать еду. А хотя сейчас он почему-то не берет. Отбивая ее магические удары мечом, щелкая левой кнопкой мыши. Да, еще. Ну, что он не берет-то? Только что на R бралось, сейчас не берется. Зря тратишь мое время. Ты недоразумение. Ну, бери еду, дебил, блин. Только что брало, сейчас не берется опять. Это твою же налево, а? Это раздражает уже вообще. Я тебя достал. Да бери еду, ну что ты, ё-моё, тормозишь-то? Иди к большому столу, хватай с него еду, нажимай левую кнопку мыши и кидай в неё. Кидаю, только вот что-то это не дает пользы-то. Да блин. Отреагировать еще не успеваю. Бери еду, дебил! Еду хватай, я тебе сказал. Я только по одной, что ли, могу бросать? Ты ее оглушил! Бей, пока она не очухалась! Кинь в нее что-нибудь! Да блин! Бери еду! Господи, дурак, блин. Я тут так для моральной поддержки. Еду бери, дурачок, блин. А, ясно, только по одной можно. Ну какой-то какая-то скучная битва, если честно. Почему только очень медленное здоровье с ним? Я могу кинуть в нее едой с этого стола. Очень скучная битва. Прям отвратительно скучная битва. Выше головы не прыгай. Очень мало снимает еда и ХП. Но нет другого способа, как ее победить. Да блин, ну... От ее заклятия надо закрываться. Но как? Бери еду, господи, ты боже мой, а. Только одну еду можно кинуть, походу. И что делать? Но снимает очень мало хп это. Еду бери, господи, дурак, блин. Я говорю, еду бери. Он то берет ее, то не берет. Я тебя достал. Я не пара. Так, зашибись, еще и эти. Еду бери, господи, ты боже мой, а. Неужели мне не с кем драться?
драться, кроме тебя. А, можно несколько раз бросать, оказывается. Только вот с небольшим шансом такое может быть. Сейчас ты не знаешь своего рода. Что думаешь, ты одна такая умная? Если кто меня красавчиком назовет, то что ж я тебе сделал? Ой, еще сейчас будет... И что сделать теперь надо? Лучше головы не прыгай. Зря тратишь мое время. Начинаю понимать анекдоты про тесть и тёщу. А, я не могу драться, ничего не могу делать. Что тут непонятно? А, это временно. И тебе доброго дня. Может, я недооценил твою доедку? Да твою ж наливаю. Приличный парень. Чего он не отбивает? Это ниже моего достоинства. Да отбивай! Молодчина жрек! Так, надо уклоняться от этого. Молодчина жрек, так держать! Уклоняемся! Блин! Ох, это пипец какой, да. А это смертельный удар людоеда. Я такой удар не отобью. Придется тебе еще разок попробовать. Что я утворил? Чего? Прости меня. Ну ясное дело, клин клином вышиваю. Неужели мне не с кем драться, кроме тебя? Еду хватай и кидай быстрее. Чем-нибудь. Ну ты бери еду, чего ты стоишь, ты ёп. Отличная новость. Ты ненавижу, ненавижу эту битву, если честно. Где же у вас феи учат? Скучная и сложная. О, как повезло сейчас. Почему, когда... Да твою ж налево, а. Ну, сколько можно уворачиваться уже от этого? Мне это не нравится. Опять? Ты недоразумение. Никто не помешает. Это бесит уже меня. Думаешь, так, еду бери, давай быстрее, чего ты ж уставился? Молодчина жрет! Ты зря тратишь мое время. Ой, хорошо. Лучше головы не прыгай. Ой, бедный цыпленочек, я не буду тебя ощипывать, не бойся. Ты женился на принцессе. Это противоестественно. Молодчина жрек, так держать. Только от меня подальше. Я тебя достану. Еду бери, господи ты, боже мой, а. Ух, какой скучный бой, а. Вот отвратительно прямо скучный бой. Жрек, в этот миг я горд стоять рядом с тобой. Вот тебе. Да ёп. Ой-ой-ой, бежим. Фантастика, никто не поверит. Неужели мне не с кем драться, кроме тебя? Почти все. Я разозлился. Мой муж вас разнесет в мелкие дребезги. Ах, да ё-моё. Теперь ты, может, и красавчик, но это легко исправить. Благодарю. Это прекрасный вид моей жизни. Ты недоразумение. Похоже, это было больно. Ну-ка, давай. Но мне долго ждать еще, давайте уже быстрее. Так, от этого закрыться нельзя, будем знать. Фух, все? Ты просто вернулся к своему начальному, непривлекательному виду. Мяу-мяу-мяу. Вот посмотрим, кто будет с третьей серии Шрека. Может, я и осел, но и ты не лев. Так-то лучше. Йона, вот и твой прекрасный принц. Его еще нет. Вот и он. Как тебе?
теперь насчет того, что ты мне обещал жить долго и счастливо? И вот... Людоед и принцесса наконец-то вновь обрели друг друга. Шрек и Фиона опять были вместе, а крестная фея была побеждена, так что все вновь вернулись к своему настоящему облику, и свадебный бал пошел по заранее утвержденному плану. Фейерверк длился всю ночь, и было очень весело. На этом... Конец. Пока. Фух, ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот игра Шрек 2. Ух, какой сегодня долгий был выпуск. Я, конечно, дофига всего буду обрезать. Просто очень много дофига. Столько сложных моментов было. Но, несмотря на это, мне игрушка понравилась. Ну что ж, на сегодня все. С вас Лайкос Подписозы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мой стримовский канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.